Дорогие земляки, уважаемые жители Северского района, мы все с вами переживаем непростые, нелегкие времена. Но все проходит, и это пройдет. И наша с вами задача сегодня, как никогда, помочь нашей власти, помочь нашим врачам, которые борются за наши жизни, за то, чтобы та беда, которая пришла на нашу землю, быстрее ушла. Поверьте, сегодня, как никогда, от поведения, от сознательности каждого из нас зависит эта победа. Я призываю вас оставаться дома. Дома, чтобы сберечь здоровье и жизнь своих родных, любимых людей. Свою жизнь, которая также кому-то дорога. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что скоро, совсем скоро, дети вернутся в детские сады, все вернутся на свою работу, люди вернутся в парки, замечательные летние, весенние парки нашей Кубани. Все наладится, все будет хорошо. Нужно только немного потерпеть и постараться каждому для всех. Все будет хорошо. У нас все наладится, все придет в свое русло, все будет хорошо. Только нужно всем постараться оставаться дома. Я сегодня тоже дома.